На трассе Гор-Узгафан в Зангезуре установлена новая вывеска. Эту информацию распространили армянские СМИ. Сообщается, что в поселке Шурнух установлена вывеска с надписью «Вы въезжаете на территорию Азербайджанской республики». Истерия в Армении набирает обороты. Страна после поражения в войне переживает глубокий кризис. Еще больше шок она испытывает из-за того, что 21-километровый участок автодороги Гор-Узгафан, а также контроль над сухопутным маршрутом между Ираном и Арменией находятся под контролем Азербайджана. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям и обязательно комментируйте.